Всем привет! Возможно, я буду обрезана сверху, снизу, как-то коряво, но у меня нет времени и желания выставлять как-то камеру, потому что мне хочется немедленно просто открыть посылки. Мне приехала большая-большая посылка с AliExpress, и там много вещей вот для этого парня. Ну, точнее, не для этого сейчас. Точнее, будет сказать, для вот этого. Это Milk. И будем его одевать, обувать и готовить, так сказать. Тут что-то Пашино. Тут главное не полоснуть себе по руке. Я все режу поближе к камере, чтобы и меня было видно, и звук было слышно. Первая покупка удачная. Это штанишки. Кстати, напоминаю, что все ссылочки на покупки я публикую в своем телеграм-канале. QR-код вы видите на экране. Наверное, будете видеть, если я не пропущу этот момент при монтаже. Переходите, сканируйте QR-код, переходите и подписывайтесь. Я там публикую не только ссылки, но и какие-то офф-топики у меня там про околокукольные темы, немножко про мою жизнь, ну и так далее. Это все миниатюра 1 к 12. Мне даже не хочется открывать эту упаковку, насколько она красиво выглядит.
на липучке. Посмотрите на эти микропуговки, если их тут видно. Пока что мне все нравится. Надеюсь, видно. Теперь угадайте, что это. Это башмаки. И кошачьи лапы, как варежки. Очень все мелкое. Смешно. Это тоже 1 к 12. Если говорить на американский манер, то это 6 инч. Столько всего мне пришло. Надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте пальчики вверх. Смотрите другие мои распаковки. Всем спасибо за просмотр. До новых видео.